Всего поступило 7 новых автомобилей. 2 сразу отправились в Коряжму, остальные остались в Котласе и Котласском районе. Это 3 «Шкоды» и 2 «УАЗа Патриот». Автомобили оборудованы системой видеонаблюдения новейшей в виде регистраторами. Также новейшая система светосигнальная установка. Помимо этого, еще есть у нас здесь оборудование системой радиосвязи автомобилей. Все это новое, удобное, яркое, далеко хорошо видимое, что позволит нести нарядам ДПС службу на должном уровне. Максимально допустимая рабочая скорость для патрулей ДПС – 235 км в час. Речь идет о погоне за нарушителями. На них установлены двигателя 1.8 с турбонагнетателем. Мощность данного двигателя 180 лошадиных сил. Установлена 7-ступенчатая роботизированная коробка, которая позволяет вести машину как в автоматическом режиме, так и переключить на режим спорт, в ручной режим. Сподручнее будет на новых автомобилях ловить и пьяных водителей, которых становится только больше. Если раньше они выпивали строго по выходным, говорят специалисты, то теперь расписания нет. Сейчас водители, нет такого четкого определения. То есть водители могут управлять автомобилем в состоянии пьяния, задерживаться сотрудники МГИ, как и в понедельник утром, как и во вторник, как и в среду. То есть четкого понимания нет. То есть вот наряд ДПС вчера у нас работал, да, выявлен пьяный водитель. Новые машины поступили в рамках национального проекта. Архангельская область получила аж 70 штук. 10-я часть, как помним, отправилась к нам на юг региона. Для Котласского отдела ГИБДД это целое событие. Последний раз парк обновлялся в 2012 году. Светлана Дейнека, Елена Кермич, Александра Гаврилова, Юнона Вольф. Кот-Ньюс.